Ваше Высочество, мы вас ждали. Где я? Как я сюда попал? Согласно пророчеству, вы отворили закрытую дверь и впустили в свое чистое сердце ревность. И я очень этому рада. Королевство тьмы и злобы слишком долго существовало без правителя. Мы погрязли в хаосе, анархии и медленно погибали. Но пророчество исполнилось. Вы явились к нам и должны взойти на трон. Но там, за дверью, остались дорогие мне люди. Сегодня я должен быть коронован в королевстве света. Свет! Это так скучно. Посмотри на этих людей. Они будут готовы перегрызть глотку кому угодно по одному твоему слову. Они сильные, смелые, готовые на все. Простите, Ваше Высочество, этот с прошлого конвента остался. А почему ты сама не взойдешь на трон? Так я женщина. Мое место на кухне. Воистину, я попал в королевство тьмы. Мы будем вашими верными подданными. Примем с радостью ваше правление. Положим к вашим ногам наши жизни. Вместе мы поработим весь мир. Мы будем несокрушимы. Наша сила станет легендарной. Мы так вас ждали. Я ждала. А если я не соглашусь? Увы, я не смогу вас держать. Между тьмой и светом есть выбор. Откройте эту дверь и вернитесь к той, кто не любит вас. Вернитесь и порадуйтесь ее счастью с другими. Всего лишь откройте дверь. Откройте дверь. Откройте дверь. Откройте дверь. Откройте дверь. Откройте дверь. Стоп. Я так не хочу. Всегда есть третий путь. Можно найти решение. Я не хочу терять старых друзей и отказываться от Бога. Тьма невозможна без света, и свет не существует без тьмы. Равновесие – вот что должно быть в наших жизнях. И я сломаю преграду. Я разобью эту дверь. Обис.